А кто вы из мушкетеров, вот по ощущениям? Вот вы кто вы? Мне 50 лет, я уже никто. Нет, я понимаю, нет, это может быть и 150, это не важно. Вот по я не к тому, чтобы вы сыграли, а вот кем вы себя вот, ну, если бы надо было выбирать. Вот вам бы сказали, Сергей, надо выбрать. Или уже тут. Нет, вот меня вот, мне хочется вот из этих четырех сказали. Нет. Жигунов, нужно выбрать. Еще несколько лет назад я мог играть Портоса, наверное. Я же про темперамент, я про ощущения, я даже не про фактуру и про... Я это сыграл все в «Гардемаринах» когда-то. В «Гардемаринах» ваш персонаж, он ближе к кому из Дюма? Нас, поскольку на троих делили это дело, то... Они были немножко со смешанными чертами, они на четверых, на троих, поэтому... С Харатьяном там более-менее понятно. Ну, Харатьян, поскольку так очень лиричный был, наверное, был ближе к Карамису, хотя тоже имел какие-то характеристики. Володя, поскольку обозначен был как князь, видимо, играл Атоса, я так понимаю, да. И не было дамы у него, поэтому он, так сказать, такого... я был чистым Д'Артаньяном. Д'Артаньян, мне кажется, что все-таки более дрочливый, поэтому... Я к этому, собственно и подводил. Я что-то такое уже сыграл и как-то нормально себя в этом смысле... У меня не было желания вот Мы посмотрим, что получилось. Мне кажется, что получилось. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».